Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал Просто Рецепт. Сегодня готовлю очень вкусные, необычные, ленивые вареники с сюрпризом. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этих вареников мне понадобится 450 грамм творога любого процента жирности. Лучше брать мягкий творог, если он у вас рассыпчатый, то просто перетрите через сито, и тогда у вас все получится. 2-3 столовые ложки муки, пакетик ванильного сахара, 5 столовых ложек сахарного песка, немного замороженной вишни, 300 грамм сметаны, 1 яйцо и 3 столовые ложки мака. К творогу добавлю яйцо, ванильный сахар, 2 столовые ложки от общей массы сахарного песка. Все просто перемешаю ложкой. Теперь добавляю 2 столовые ложки муки. Лучше добавлять постепенно, чтобы не было слишком много муки в тесте. Все хорошо перемешиваю. Количество муки будет зависеть от того, какой у вас творог, более влажный или более сухой. Но не добавляйте слишком много, я не советую. Лучше использовать муку при лепке, чем добавлять в тесто. Масса полностью готова. Доску и руки я припылила мукой. Беру небольшой кусочек теста, вкладываю в него вишенку и закрываю. Используйте муку, чтобы тесто не липло к рукам. Скатываю шарик. Вот так у меня получается. Итак, леплю все варенички. Вот такие колобки у меня получились. Теперь необходимо поставить в воду, посолить ее и будем отваривать их в подсоленной воде. В кипящую воду кладу вареники. Помешаю слегка, осторожно ложкой, чтобы они не прилипли ко дну. И как только они всплывут, сразу выключу огонь и выну их из воды. А пока подготовлю форму для запекания, смажу ее слегка сливочным маслом. Вареники закипели и всплыли, теперь вынимаю их и выкладываю сразу в форму. Теперь приготовлю сметанную заливку. К сметане добавлю сахарный песок и мак. Все просто перемешаю. И залью варенички. Убираю в хорошо разогретую духовку 200 градусов примерно на 25-30 минут. Вот такие замечательные вареники к завтраку у меня получились. Они очень нежные, очень вкусные и ароматные. Обязательно приготовьте, побалуйте своих родных и близких вкусным, приятным завтраком. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я с вами прощаюсь, всех благодарю за просмотр этого видео. До скорых встреч и пока-пока!